Сегодня среда, а значит, пришло время планировать свой отдых. Всем привет, меня зовут Евгения Константинова. Давайте узнаем, куда пойдем в эти выходные. Вечер 7 марта вы можете провести в Березняковском драматическом театре. На сцене в 6 часов вечера разыграется драма в двух частях под названием «Варшавская мелодия». Классика может уснуть на время, но обязательно в каком-то новом витке истории вновь постучится в наши сердца. Почему? Потому что есть проблемы вечные и неразрешимые. А вот какие, узнаете 7 марта. Зима активно сдает свою позицию, но снега еще достаточно. Поэтому 7 марта жителям и гостям города предлагают поиграть в снежную фантазию. На территории Дома творчества «Звездный» вы можете слепить из снега все, что угодно. Ну а за самую лучшую фигуру можно еще и награду получить. И на первое место у нас выходит День женского очарования. 6 марта в развлекательном центре «Чайка» пройдет концерт для милых дам. Дискотека и шоу-программа от «Виа Спектр» начнется в 10 часов вечера. Вот такими интересными могут быть ваши выходные. Ну а куда пойти, решать вам. У меня на этом все. С вами была Евгения Константинова. Увидимся в следующую среду.